Наш завод по производству порошковых фармацевтических препаратов в Краснодаре работает на рынке лекарственных средств более 10 лет. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GAMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины. Автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другое высокотехнологичные машины и аппараты. В прошлом году наше предприятие начало выпуск витаминов в капсулах. Мы планировали осуществлять заполнение капсулами пластиковых бутылок объемом 100 мл. Капсулы применяются для дозировки лекарственных препаратов в твердых и жидких формах. Для осуществления этой процедуры необходима была, по сути, покупка дополнительного оборудования, автоматической машины для заполнения бутылок желатиновыми капсулами. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести машину для заполнения бутылок желатиновыми капсулами. В качестве основных критериев я указал производительность не менее 6000 бутылок в час, машина должна быть с автоматическим управлением. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для заполнения капсулами, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако, в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя машины для заполнения бутылок желатиновыми капсулами, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложит другой вариант автомата. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было, по сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал 3 поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, желаемых сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 6 вариантов различных машин для заполнения пластиковых бутылок капсулами и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, 3-й вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, размерах бутылки, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическую машину для заполнения бутылок желатиновыми капсулами, которую я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист компании предложил протестировать автомат и попросил выслать бутылки, наши красно-белые капсулы. Менеджер за 2 недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. Красные пластиковые бутылки поступают по конвейерной ленте для дозирования препаратом. Из сборного бункера под силой вибрации бело-голубые желатиновые капсулы формируются в однонаправленные потоки, по которым дозируются в пластиковые бутылки. Процесс дозирования управляется с помощью системы ШКИ-экрана. Через месяц после заключения договора мы получили машину для заполнения бутылок желатиновыми капсулами. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Оборудование было, по сути, сделано из качественной нержавеющей стали, работало без сбоев.
Я остался довольным машиной для заполнения бутылок желатиновыми капсулами, предложенным и поставленным специалистом из Москвы. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно. В сфере поставки оборудования довольно сложно найти профессионалов. Я очень рад, что в итоге мне повезло встретить такого человека.